Последний снимок в микроблоге Натальи Подольской вызвал немало вопросов у ее поклонников. На фотографии певица позирует в элегантном белом платье, декорированном кружевом и бахромой. Фолловеры артистки похвалили ее утонченный вкус, но не могли оставить без внимания изменившиеся формы звезды. Некоторые пользователи соцсети подозревают, что знаменитый собирается вновь стать мамой. Подольская устала оправдываться перед фолловерами, которые чуть ли не каждые два месяца приписывают ей интересное положение. На других снимках видно, что звезда великолепно выглядит в купальнике и может гордиться плоским животом. Особо внимательные пользователи сети отметили, что снимок в белом платье был сделан несколько месяцев назад. В данный момент артистка отдыхает вместе с супругом Владимиром Пресняковым и сыном Артемием в Испании. Сыном Артемием. На курорте супруги отлично проводят время. Они наслаждаются местными кулинарными деликатесами и проводят много времени на пляже. Несколько дней назад им удалось выбраться на лазурный берег Франции, где проходила свадьба их друзей. Предприниматели Юрия Крымского... Ну, опять же, вот эта информация кому нужна, Валер? Ты что, не мог отредактировать нормально? Ты знаешь, я женщина такая, я не люблю лишнее говорить. Напомним, Пресняков не раз говорил о том, что мечтает о появлении на свет дочери. Артист отлично ладит с сыном от первого брака Никитой. И когда выпадает такая возможность, видится с наследником или даже репетирует вместе с ним. Хочу, кстати, дополнить, что Никита Пресняков, ну, первый сын, ну, уже, в принципе, всем известный, да, он уже артистом же стал. Ну, вообще, все из семьи Пугачёвых, им когда исполняется 18 лет, у них пиздец, открываются чакры, значит, талант просыпается в каком-то месте там, да, и они сразу все выходят на сцену. Записывают альбомы, получают награды, все кричат им «Браво!». Да? На концерты ходят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте. На концерты Киркорова ходят Никита Пресняков, Кристина Орбакайте, Алла Пугачёва. На концерты Аллы Пугачёвой ходят Филипп Киркоров, Максим Галкин, Никита Пресняков, Кристина Орбакайте. На концерты Кристины Орбакайте ходят Максим Галкин, Алла Пугачёва, Филипп Киркоров, Никита Пресняков, Владимир Пресняков. Все песниры, блядь, там Самоцветы ходят тоже. Я там вообще такая бодяга нереальная. Короче, простите, отвлеклась немножко, просто накипело, понимаете? Парень играет в музыкальной группе Multiverse. Это я сейчас про Никиту Преснякова говорю. Второй сын Владимира, Артём Артём, часто становится героем видеороликов в его микроблоге, Владимира Преснякова. Мужчина делится, как развивается мальчик и что его интересует. Поклонники пары восхищаются идиллией, которая царит в их семье. Певец утверждает, что старается дарить радость любимой женщине каждый день. И вот что он сказал. День свадьбы, я дама, нас регистрировала... В день свадьбы дама, нас регистрировавшая, сказала, женщины любят цветы, не только в особых случаях. Ау! Ты прости меня, прости! Простите, вырвалась, Валер, извините. И побольше ласковых слов каждый день. Они любую лапшу побольше ласково... Обзбилась, блядь. Они любую лапшу простят. Они тебе любую лапшу простят, если преподнести это красиво. А жена должна быть постоянно... А жена должна постоянно хвалить мужа. И это абсолютно истина. Мы с Тусей просыпаемся, и самое главное для меня видеть ее улыбку. Вот, Валера, ты хочешь мою улыбку посмотреть? Извините, простите. Все, закончила, все. С Пресняковым закончили.